Приветствую всех, мои дорогущие друзья мафиозники. Мы с вами сегодня будем проверять один вопрос. Куда же побежит большой хрен? Наш большой, безмозглый, но суровый друг, который думает, что у него очень большой... Проверять мы, конечно же, не будем, но мы будем проверять, где он живет. Собственно, ничего сложного нету. Ставим машину чуть повыше, берем оружие практически сразу. Или нет? Зачем пугать хрена, да? Еще более большим. А еще меня зовут Большой Хрен. А, конечно. Лукас просил передать тебе этот пакет. Отлично. Воздание привел? Не думаю. Вроде бы нет. Да? Тогда... Только копыта. Черт. Ну так покажи им, на что ты способен. Ты тоже Большой Хрен. Да, покажи, насколько реально большой у тебя хрен. Прикинь, это все! А? 3-0! Ты тоже. Ты это о чем? Так, ничего. Не волнуйся, наслаждайся жизнью. Отлично. Передает меня привет Лукас. Да-да-да, ну-ка давай, беги-беги. О, господи, убийство! Ты куда побежал, придурок? Тебе домой нужно? Давай я тебе провожу. Мне интересно, где ты живешь. Сейчас наверняка пошел к шлюхе какой-то. Смотри, что у меня есть. Сверток. А у тебя нет этого свертка. Так, то есть у него машины нету. Он просто пойдет пешком. Охренеть, то есть мы просто будем следить за человеком пешком. Идеально, обожаю эти миссии, где нужно туп следить. Обожал их в Assassin's Creed. Обожал их в Мафии 2, в Мафии 1. Почему бы нет, да? Просто тупо идешь пешком за здоровяком, который туп как пробка, который даже не подразумевает, что за ним могут следить. Было бы логично вызвать такси, у тебя сверток, наверняка там что-то очень-очень нужное кому-то. С тем учетом, что тебя хотели убить трое людей, у тебя даже ничего не ёкнуло, чтобы хотя бы в трамвай сесть, блин. Он просто спокойно с этим свертком идет. Ну по... Ё-моё. Ой, извините. У меня просто залипание клавиш случилось. Кошмар какой. Нет, ничего у него не ёкнуло. Просто спокойно идёт, типа, я такой громила. Да кто ж на меня нападёт-то? Вон, пытались трое. Они как-то быстро легли. И всё. И никого. Просто все знают, какой я большой хрен. И со мной лучше не тягаться. Ну иди ты спокойно. Он даже переходит дорогу там, где он просто вздумается. Где пешеходный переход? Нет пешеходного перехода. А у меня в голове он есть. Ладно. Мне написали вообще в комментарии, докуда он идет. То есть это будет не очень долгий ролик. Охренительно интересный. Наверняка у вас будут еще похожие ролики. Куда побежит вот этот деваха? Куда побежит вот этот бугай? Ни хрена себе, он в подворотню зашел. Куда побежит вот эта вот собачка маленькая? Давайте, ребята, миллион идей. Я готов реализовать все это для вас. Давайте. Комментарии открытые. Покажите, какие вы креативные. Тот комментарий, который наберет максимальное количество ваших лайков, будет реализован в следующем видеоролике. Только давайте что-нибудь разумное, а не пройти с первой попытки мафию, не потеряв ни одного хп. Так, и чего ради нужно было тут ходить? А-а-а! Вон оно что, Михалыч. То есть он живет здесь. Ребят, поняли? Он живет вот здесь. Если что, вы знаете, где его найти. Ну что, вот такой вот ролик с экспериментом. Ничего особо интересного не было. Но, по крайней мере, как человек, который прошел игру больше 30 раз, узнать... Где живет большой хрен, которого мы увидели в первый раз в жизни, блин, который не очень-то и приятный сам по себе человек. Но вот, по крайней мере, узнали с вами, где он живет. В деловом районе, вот в этом многоэтажном доме. Ну что, на этом будем заканчивать. Присылайте свои челленджи, вызовы, друзья. Я буду рад их прочитать. И самые залайканные я реализую уже в следующем видео. Тем, кто хочет поддержать, ссылочка находится в описании. Любые комментарии, которые вы будете оставлять, будут появляться в следующем ролике. Всем пока, успехов и удачи!